Всем привет, зрители, подписчики. Мы начинаем наш сегодняшний влог. Какая красотка, как видите. А что у меня на голове творится? Это я помыла голову, высушила ее и заплела хвост. А сейчас я начала с ним, начала расчесываться. О, боже, они просто во все стороны стоят. Так, сейчас немножечко их уложу, буквально, чтобы хотя бы они ровные были. И собираемся с детками и с Сергеем пойти в парк. В принципе, мы туда собирались вчера, но не получилось из-за работы. Поэтому перенесли на сегодняшний день. Так, надо укладываться. Караул. 220 на голове. Всем привет, зрители, подписчики канала. Ты его начала? Ага, я еще думал, начинаем. Мы идем на курган, сегодня солнечно, бесимся по дороге, решили пешочком пройтись, не спеша, 2 километра. Что там тебе? Вероника, аккуратно, редис. Хай, редис, рябина, не редис. А, жарко сегодня. Так, успокаивайтесь, все, давай. Пойдем посмотрим мы там. Хочется на колесо обозрения, да? А? Понятно, это всем на работу. Так, ладно, увидимся. Дошли мы уже до кургана. Сегодня очень много машин. ВМФ отвечают, мариманчики катаются. Да, с флагами. Блин, что такое? Одно мороженое интересует. Все. Мороженое, мороженое, мороженое. Мы вчера просто когда были на набережной, там такая очередь стояла. Я говорю, Вероника, ну что, мы постоим, говорю, пойдем домой сразу. Ну, пошли, посмотрим, даже не знаю, сколько оно стоит сейчас. В том году, по-моему, 60 или 70 самое дешевое стоило. А в этом году даже не представляю. Самое обычное 80. Доча, держись вот эту штучку, ну держись за это скорее. Мы поехали, папа наш с мальчиком где-то там, уже намного выше нас. А мы с Вероникой в реке. А мы с Вероникой поднимаемся тоже вверх. О, маленькая, какая высота там. Ну ты ж не первый раз, Вероника. Ты ж не первый раз катаешься. О, какая штуковина. Такую я точно не рискую покатиться. Ужас какой-то. Ой-ой-ой-ой-ой, это мне единственное как-то не по себе. Красота какая. Нет, здорово вообще, да, Вероника? Красиво? Держи, ну ты каблуки первый раз, Вероник. Смотри, какая красота вверху. Это мы еще не наверху, зайка. Давай, мама, чего держать за ручку. Вероника, ты же раньше не боялась. Ой, как красиво. Смотри, посмотри, как красиво зато. Вообще, обалдеть, какой вид. Нет, мы еще не на самой высоте. Мы еще... Ой, ну что далеко до высоты. До самой. Мы еще поднимаемся. Как можно высоко. Как я говорю, я что-то боюсь на вашем колесе кататься. Мужчина, она... Да, хоть так она страшно, конечно, но техническая часть отличная, дай бог. Чтобы это так оно и было. Чтобы техническая часть была прекрасная, как он и сказал. Ой, здорово как. Храм Медведицы вдалеке. А, вот сейчас мы на самой высоте, дочь. Практически. Сейчас еще один кружочек. Мы на самой высоте будем. Вон там где-то папа наш сидит. Где-то там, короче. Красота. Ильюшка у нас решил прокатиться на машине один. Первый раз едет один. А где Вероника? Я не поняла. Владиком. Куда-то Сережа с ними пошел, и все, и пропали они. На лебеде, что ли? Давай, давай, гоняй! Ага. А, вот они стоят, чтобы я их не заметила. Я же думала, они же сюда собирались идти. Да, на
правильно? Да. Новый островок открыли детский. Аэропорт Нептун. Каноэ. А еще маленький. Да, маленький. Давай двумя руками, давай. Нет, нет. Боку греби. Вот боку, вот так вот. Копируй. Да, Илья. Илья, сбоку. Вот, двумя руками. Да не так. Покажите ему так. Не могу, как я к нему подлезть. Ваня, покажи ему. Ну как к нему подлезть? Не надо. Тут. Вот. Вероника и то он правильно делает. Что там на зомби творится? Они разные стороны включают, но на одну сторону. Илья не может никак встать, Вероника постоянно, вот как она упадает, как он падает. Ой, оп. Я там кувырки делаю. Это ему вместо батута тоже. Оп. Сильнее надо толкнуть. А, это. Вставай, такая кричит, вот вставай. Давай, Вероника, давай. Все правильно катаются. Поехали они на этих, господи, машинках. Вообще для малышей. А Вероника у нас еще уперлась на того вот мишку. Ну, это вообще. Я говорю, Вероника, знаешь, что это для малыша? Вообще для малыша. Нет, я пойду. Целый круг мы проехали на нем. А сейчас мы, слава богу, пересела. А где она? А где она? А где Ляля? Все, я потеряла. Где Ляля? Вон она. А, Ляля, вон она. Поехала. На мотоцикле. Где-то там вдалеке. Итак, у нас время уже 5 часов. Мы с Вероникой и с Владиком дома уже, наверное, как минут 40, как пришли. Я их покормила уже. А Сережа и Илья, Герда наша спит, а Сережа и Илья пошли пешком. И по пути должны были зайти в магазин. Я вообще сегодня еле хожу. Посмотрите, что у меня происходит на ноге. Ой, не знаю, видно, не видно. Вчера меня укусила какая-то дрянь. У меня вся вот эта нога, вот она вся полностью воспалилась. Какая-то мошка вчера меня хватанулась. Мне уже пила от аллергии. Больно ходить, наступать. Везет мне, короче, последнее время. Так, ладно, я сейчас поставила варить. Сразу на щи буду детям. Пожарю блинчики, так что завтра я работаю. Нужно сразу приготовить на завтрак оставила и на обед. Ну, завтрак я на утро приготовлю, а на обед сейчас сразу сварю щи. Время у нас уже почти без 28, так как мы поздно сегодня пообедали, значит, блин, поздно и ужинать, соответственно. У меня щи давно уже готовы. Сейчас обжаривается бедро на сковороде. Сейчас перевернусь, точнее, с двух сторон обжарю. Залью водой потушить, сделаю подливку. И пойдем с Вероникой на улицу, гуляем с Гердой. Владик у нас умчался гулять с Данькой. Данька приехал, был к бабушке в деревне. А я тем временем почищу духовку, пока у меня дома пароочиститель, так как у нас Владик, мой любитель, ставит подогревать все без крышки туда, хоть ты что с ней делай. Поэтому подзасрано, конечно, основательно. Ее протираешь, все равно нужно очистить. Поэтому, пока есть возможность, нужно почистить микроволновку. Вышли около дома, выгулять с Герду. Уже, наверное, на 30 гуляем. Дети мои, как обычно, на снарядах, на турниках занимаются. Что ты, Гердыч? Куда собралась? Далеко? Пошла. Вообще на улице хорошо. Это уже почти 9 часов вечера. На улице оно тепло, хорошо. Ай-яй-яй-яй. Какое красивое небо вообще сегодня. Красота на небе. Все хорошо, если бы не эти дурацкие комары. Хожу теперь, хромаю. Пью таблетки, мажу. Куда ты собралась, Герда? Вероника, Илья!
Что она за мамой побежит? Эх, не докатился. Мусорка сломалась, все поразлетелось, весь мусор. Прекрасно. Гет, будем играть в мяч? Будем играть в мяч? А Гета? Илюша, ну попал пока, сыночек. Так, ну что, мы уже дома, мы покушали, готовимся ко сну. Вероника, ты нормальная? Вероники, плохо, у меня нога развалилась. Ай-вай, мама их и так идет хромает. Ставься на место все, Вероника. Коляску ставь на место. Самый неподходящий момент сегодня. Нас отключили воду. Да, самое смешное, что мы пришли домой с улицы, нас отключили воду. Но воду отключили не горячую, а холодную. Это еще ужаснее. Потому что холодную можно хотя бы нагреть, а горячую нальется кипяток. Я лишь налила этот кастрюлю большую, чтобы хотя бы ноги помыть детям. Боже мой, когда она стынет. А ну, ноги, зубы, я имею в виду, понятное дело, Вероника. Вот так, над раковиной будешь чистить. Как? Как утром чистишь? Ты же не залезаешь утром в ванную. Гер, ты что там вынюхиваешь? Не могу понять. Ходишь. Я вынюхиваю. Вероника, убирай все, хватит. Все, давайте. Пойдемте мыть ноги, чистить зубы. Умываться и спать. Я налила вас, кастрюля остывает, что сказала. Ну, я не знаю, ноги-то точно буду. Долго. Умываться точно буду. Долго. А вот как я могу долго мыться, Вероник? Товарищ! Ладно, прогоняй все. Ее. Все. Так, ладно, на этом заканчиваем наш влог. Пошли, Вероника. Все, всем хорошего настроения. Увидимся с вами завтра. И всем пока. По очереди давайте. Пока-пока. Пока. Убирайте собаку в кровати.